Железнодорожный вокзал в Твери сносить не будут. Так губернатор Игорь Руденя прокомментировал информацию о планах РЖД обновить терминал. По словам главы региона, вся реконструкция будет основана на модернизации платформы, пристройке к зданию. Предполагается, что транспортно-пересадочный узел будет включать в себя надземный пешеходный переход, соединяющий старое и новое здание, а также поселок Лосманенко. Вход со стороны улицы Коминтерна будет расположен рядом с железнодорожным вокзалом и оборудован эскалаторами и лифтами. Также планируется обустроить новую береговую платформу. Это позволит сразу же, без перехода на перрон старого вокзала, садиться на наиболее востребованные поезда, прежде всего на электричке. Кроме того, обновят и улично-дорожную сеть, а также прилегающую территорию, на которой появятся объекты общепита, торговли и туризма.